Прекрасный праздник весны встречаем мы в селе Галенки. Сегодня с утра у всех праздничное настроение. И именно с таким настроением мы направляемся к жителям села Галенки, чтобы поздравить прекрасных дам с праздником. Ну что ж, это творческий автобус, и мы начинаем. Спасибо большое. Ну что, спасибо большое, пошлите. Да. К вам приехал творческий автобус. Отлично, ребята! Творческая почта приехала в село Галенки. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Мы очень рады вас видеть в нашем селе. Да, вот мы как раз таки приехали к вам 8 марта, и как раз такое задание, мы так намекнули одному Дому культуры, что мы 8 марта поедем к вам, и они написали вам следующее задание. Уважаемые коллеги, поздравьте с Международным женским днем все Приморье! Какое замечательное задание. Самое, что интересно, что у нас как раз в преддверии вот этого 8 марта мы и готовились. Поэтому я так думаю, ребят, мы это сделаем? Да! Да! Это что? Вы же там поздравляете. Это что? Правильно? Это что такое? Это что такое? Там. Она не надевается. Можно другое надеть? Да не надевается. Дорогие дамы, я уверен, что сегодня вы уже получили и получите еще множество поздравлений. На каждое из них вы отвечаете своей благодарностью. Но на самом деле, это мы должны благодарить вас. Спасибо за то, что поддерживаете нас. Спасибо за вашу нежность и заботу. Спасибо за то, что поддерживаете и направляете нас. Спасибо за вашу любовь. Спасибо за то, что делаете нашу жизнь ярче. Спасибо за то, что вы есть! Любви, город пушистых туманов с морем летит в наши мечты. Город любви. И настроение такое, и в душе постоянно весна, постоянно все цветет, постоянно все пахнет и порхает. И поэтому наш клуб это все и показывает. Есть у нас плановые мероприятия, а есть, которые вот мы хотим для себя, для нашего населения порадовать именно этими праздниками. А вот есть какой-то такой, который только у вас есть? Да, у нас есть. Вот у нас в феврале мы всегда любим проводить агент 007. Да. У нас вот такие мероприятия каждый год проходят. В этом конкурсе участвовали школьники, старшеклассники, они как агенты. Они должны были завоевать свой титул, доказать то, что они агенты. В позапрошлом году у нас участвовали дамы, они были агентши 007. Это тоже нужно было показать в виде танца, в виде пения, в виде... А потом выбирали, да? А потом, конечно... Правая рука, помощница. Без нее вообще никак. Правая, я левая, и вместе с ней мы выполняем одну и ту же работу. То есть мы как и танцуем, мы и поем, мы и тетрализацию делаем. Мы тандем. Как вот вам говорите тандем? Как вам работается в тандеме? Ведь это же не всегда получается найти общий язык или всегда? Ну мы нашли общий язык. Как это получилось? Саллой Александровной. Долго? Да как-то прямо автоматически. Мы сразу сошлись во мнениях и... Работаем вместе, все на одной ноте, все легко. Вот какое-то основное направление, вот вы куда смотрите вместе в одну точку? Что это за точка? Мы всегда находим ту изюминку, которая нужна в нашем мероприятии. Вот это самое главное. Это чтобы... самое главное. Да. А как, что... как это найти, кстати? А вот я начинаю какую-то идею воплощать, Анжелика подыгрывает, начинает и тоже искать. Самое главное – зародить вот это зерно. И все, и оно начинает расти, расти, расти. И вот эта изюминка и появляется.
Также у нас есть вокальная группа «Ладушки», пока не в полном составе. Вот они, наши «Ладушки». Это... Здрасте. Да, это наши мамки, мамы, мы их любим, обожаем. Это вот эти женщины, которые просто живут этим клубом, они отсюда никуда не могут уйти, потому что их все время тянет. И самое, что интересно, они даже вам и расскажут, лежат дома больные никакие. Но как только Александра позвонила, сказала, у нас концерт, вы знаете, все, нету никаких болячек, встали, побежали. Доходят там до сцены вот такие вот больные. А как их выход? Опа, встрепенулись и красивенько вышли. То есть им уже, вокальной нашей группы «Ладушки», больше 10 лет. Я уже 30 лет здесь живу, как сказать, тоже приезжая, да. Мне нравятся галенки. Тоже приехали, муж военный был, приехали сюда. Так и остались, вот уже 20 с лишним лет, тридцатки подходят. Ну и в клубе уже с 2011 года. Кажется, осталась. Недавно было, оказывается, кажется, уже там. Да, очень. Что вот за это время удалось здесь сделать? Сколько спеть песен, не подсчитывали? Ой, нет, не подсчитывали. Очень много, очень много. И у нас руководитель хороший. И вообще очень все хорошо в клубе. И болячек нету, в клуб заходишь, и болячек нету, и поешь, и на сцене. Так, такая энергетика, все. Естественно. Энергетика, да. Мама, мамочка, мамуля, тебе тихо прошепчу я, ты прости за все меня, непослушное дитя. Мама, мамочка, мамуля, всей душой тебя люблю я, всей душою небо я, мое счастье для тебя. Да, не каждый день, конечно же, праздничный, однако каждый раз, когда мы приезжаем к вам, для нас это самый настоящий праздник. Сканируйте вот этот QR-код и отправляйте нам видео о себе и о своем творчестве. И, возможно, в следующий раз творческий автобус приедет именно к тебе. Вот здесь есть широкая сторона восьмерочки. Да. Сначала мы, Кирилл и Владик, мы выкладываем, да, посмотрим, как... Это будет смотреться. Ну, вот, допустим, я вот хочу пофантазировать. Ага. Вот так. 23 февраля. Это, что вы делали, да? Мы делали подставочку для пап и туда инструменты из картона. Подставочку для пап? Ну, это как? Открытка в виде подставочки. Ага. Инструменты только из картона. А давайте вот мы еще немножко вот так вот. Нет, розовенький. Ну, немножко я свою вот, ну, как бы. Давайте, конечно, ну, естественно. У нас есть кабинет директора. Это очень интересная личность. Сейчас заходим потихонечку, не пугаемся и задаем, если нужно, вопросы и спрашиваем. Он все ответит. Проходите, пожалуйста. Вас встречает самый лучший директор нашего творчества. Его очень любят дети. А как же его зовут? Максимилиан Вячеславович. Нас сегодня встретили очень хорошо. Большое вам спасибо. Да, можно нам продолжать экскурсию? Максимилиан Вячеславович. Сколько ему лет? Ему уже 9 лет. Он с самого рождения сюда приходит. Он воспитывает детей, занимается воспитанием. Он слушает, он смотрит концерты, репетиции. Он вместе с ними занимается. И дети с удовольствием перед ним показывают свои выступления. Но он добрый, да? Он очень добрый. Это ж порода лабрадора. И он, да.
Это семейная собака, и без детей он жить просто не может. У нас все галенки знают Максимилиана Вячеславовича, и все его любят и обожают. Это очень добрый у нас пес. Ну, пойдемте дальше, пойдемте. Продолжим, да, знакомство Зоу. Вот у нас вокалист, он занимается вокалом, да, он поет. Когда мы здесь поем, репетируем, он нам подпевает. На него софит прямо уже направлен. Да, сразу же, он любит внимание. Это Федор, сейчас он, конечно, закрытый, а так летает по фойе свое удовольствие здесь. Ну. А как-то дети вот, ну, взаимодействуют с ним, как-то ухаживают, еще что-то? Конечно, они даже и корм нам приносят, и общаются, и детям это нравится. Еще у нас вот, есть. Вот, еще есть? Да. Да. Если не возражать, я могу его вытащить. Это у нас хам наш, хамелеончик. Да, он меняет цвет. Вот он. Боже мой, привет. А как его зовут? Хам. Хам. Хамелеон, сокращенно хам. Я люблю не только детей, но и животных, и я к ним неравнодушна. Ну, это моя отдушинка, это моя инициатива. Вот если бы вы видели, как он кушает, как он язычок свой вытягивает, опа! И он сейчас не будет есть, потому что, ну, пока... Обстановка не, не та, та, да? Да, да, да. Интересно. А вот это вот алые паруса. А вот алые паруса. Это вот смотрите, ну мы же как всегда со всеми дружим, да? И у школы через неделю будет юбилей, ага. Встреча выпускников, 65 вроде бы лет, не помню. Угу. И у них тематика алые паруса. Но так как мы этим любим заниматься, этим декорациями, этим творчеством, вот они попросили нас сделать. То же самое, что вы видели, там печка, угу. Да, масленица. Все это мы делаем своими руками. Так, ну вот давайте у нас будем искать, что же мы можем вам предложить. Хотите еще быть шейхом? О, вообще, то есть... Пирота прямо откуда-то. Тоже моя любимая работа, сидеть, вырезать это все, склеивать. Ну, конечно. А сам это много маленьких листочков, где ты распечатываешь на принтере. Есть такая программа, которая увеличивает и само изображение. И ты распечатываешь и начинаешь это все складывать. Я распечатываю, моя помощница это все склеивает. Вот это самое вот интересное, такой и дешевый материал, то есть использовать самоклеящая бумага, из нее вырезаешь и надклеиваешь на ткань и делаешь какие угодно рисунки. Весна тебе подарит букет от меня. Поздравляю тебя, поздравляю, любя, любимая. Дорогие телезрительницы, от всего творческого автобуса и, конечно же, от общественного телевидения Приморья поздравляем вас с прекрасным праздником весны. Пускай в вашем сердце всегда будет весна, а в душе всегда звучит прекрасная музыка. Увидимся с вами через неделю. Пока! Пока!